Почему? Самые активные жители, самые неравнодушные. Вон сколько, как говорится, навезли. Молодцы. Ну и вот еще красота. Давайте посередину воткнем этот самый, вон сейчас вот тот желтый вербенник. Давайте его постами пойдем. Давайте на две части его тогда разделим. Одну часть вон туда, а другую сюда. Да? Он там уж тоже как сорняк. Как сорняк, а я его хотела бы закатать прямо в ведре, честно говоря, чтобы он не расползался. Так пусть расползается. Ну что, начинаем? Начинаем, да. Наталья Викторовна, видно руку профессионала. Молодец, сейчас буду цветок сосать. Вот они, наши герои. Вон там самый большой герой. Очумелые ручки.